Любое творчество является самовыражением. Создавая своими руками красоту, рукодельница чувствует себя художником, и каждый шедевр вдохновляет на новые открытия. Жительница города Черкесска Зульфия Хабикирова испытывает радость не только любуясь готовым изделием. Она получает удовольствие и от самого процесса, но и, конечно, женщине хочется, чтобы ее кропотливый труд оценили, потому и любит изготавливать что-то для других. Любовь к ручному труду родилась у героини нашей программы еще в детстве. Старенькая, но такая надежная швейная машинка любимой бабушки стала ее верной помощницей уже в школе. На сегодня Зульфия изготавливает вот такие вот эксклюзивные подвески для автомобилей. Вообще я шью с детства, с начальных классов еще. Сначала я шила куклам, потом начала переделывать мамины вещи под себя, под сестер. Много вещей тогда попортила ей. Но она меня не ругала, что интересно, что не говорила за это. Потом рано вышла замуж, машинки у меня не было. И бабушка, моя бабушка отдала мне свою ножную машинку. Радости моей не было предела тогда. Я шила, перешивала все. Кучу всего нашила. Шила разные косметички, сумочки. Детей радовала, дарила просто так. А потом как-то муж попросил меня шить ему подвеску в виде черкесски, маленькую, с тамкой сзади. Я не представляла, как это сшить, такую маленькую черкесску. Меня просил несколько раз, и я все-таки решилась. И получилась она не очень, но он все-таки повесил и провисела довольно-таки долго его в машине. В машине? Да, в машине. Сейчас ее уже нету, наверное. Потом переделала, усовершенствовала, можно сказать. Вот такие получились. И родственники предложили заняться ими посерьезнее. До этого я шила его друзьям, по его просьбе, родственникам. Просто так дарил он. Потом я выложила свои подвески в интернет. И появился на них большой спрос, чему я была удивлена очень. Были отправлены даже в Германию. Потом сама отправляла в Турцию человеку, который не умел разговаривать на нашем языке. Сам был черкес, но не разговаривал, немного понимал только. Общались через Google переводчика. Но я сумела, отправила, и посылка была доставлена. Был отзыв, фотоотзыв. Вот так. Отправляла в разные города. Супруг мой патриот, большой патриот своего народа, любитель Кавказа. Вот с его идеи началось, все это и началось. Мои подвески. Шить эти прекрасные подвески Зульфия пробовала из различных материалов, но подошла лишь пальтовая ткань. Существует множество характеристик этой ткани, но самое основное – она держит форму и не вытягивается.
Зульфия, давайте теперь немножечко поговорим о материалах. Из какого материала вы шьете эти подвески? Материал я использую пальтовую ткань толстую, чтобы держалась форма. Вы говорили, что пробовали и другие ткани, да? Вот эта ткань больше подошла вам. Почему? Потому что она, ну, потолще, форму держит. Другие материалы, они тонкие, сгибаются, некрасивые получаются. Ну, так сгибаются и теряют форму. То есть за счет плотности вам эта ткань именно понравилась, да? Да. Так, мы здесь видим и газыри, и пояс, и кинжал даже вот такой вот. Это, ну, это вы уже отдельно приобретаете, да? Да. Заказываю, отдельно приобретается. А папаха из чего? Папаха из меха искусственного. Ремешки. Вот видите, сгибается. Ну, все так же, как и настоящая черкеска, да, наша традиционная. Ну, старалась. Более-менее. А начинаете шить из чего? Из чего? Ну, из какого элемента? Не имеет значения. Все по отдельности. Это все вот так. Видите? А, еще и снимается, да, внутренняя часть? А вот, у меня тоже есть. Это рубашечка. А, рубашечку вы еще чем-то тоже наполняете. Да, там синтепон внутри. Все раздельно, вот, все разделяется. Значит, рубашка. Рубашка отдельно. Черкесская, или как называется, халат. Халат. Отдельно. Все по отдельности. И все снимается, да? Да. И я так думаю, можно даже и постирать. И можно стирать, да, я стирала. Сколько времени вот вам потребуется для завершения полностью вот образа? У меня на все это уходит день. На один костюм? Да, день уходит. Там очень много, ну, все шьется вручную, очень много деталей, выкройка. Занимает очень много времени. Кропотливая работа. Очень. Многие этого не понимают. Думают, что легко шьется, но это не так. Да, на самом деле очень-очень мелкая такая кропотливая работа. Даже вот пуговички, да, из... Это что, бисер? Это бисер, да. Чем меньше... Для меня, чем меньше работа, тем больше времени занимает. И прям все вручную, да? То есть вы именно касаемо этих подвесок все машинку вручную не используете? Нет, все вручную шьется. Машинка неудобна в связи с тем, что тут маленькие детали, да? Машинка не возьмет просто. Очень маленькие детали. Ясненько. Но, видимо... Был еще один заказ, еще меньше. 15, 10 сантиметров, по-моему. Кто-то заказывал, не знаю для чего. Ну, вы справились. Да, справилась и отправила. Кстати, в Санкт-Петербург уехала. Цвета тоже разные используете, да? Да. Это уже из такого материала не заказывают. Цвет не востребован, да? А какой цвет на сегодня востребован? Зеленый. Зеленый и черный. Черный другой нету. Вот из такого материала. Тоже вот плотный. Еще плотнее этих. Хорошо держит форму. Ой, у вас есть даже башлык. А башлык это куда? Он... Ну, тут-то головы как бы нет, как таковой. Он единственный. Тоже был заказан супругом. Нет. Вот так. Но потом передумал. Как-то вот так. Но моднее с именно... Потому что сзади надпись закрывает. Вот тут.
А, то есть вы на каждой подвеске еще можете вышить здесь родовой знак какой-нибудь, да? Родовой знак, кто имя заказывает с именем, кто с родовым знаком. Угу. То есть все индивидуально, да? Да, с фамилией. Угу. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Очень интересно. Уметь находить в жизни радость – лучший способ стать счастливым. Любимое дело Зульфие приносит огромное удовольствие. В каждом изделии ручной работы живет частичка ее души. Более того, под стук швейной машины часто рождаются стильные, модные наряды и сумочки для дочек. Одежду шить мастерица научилась самостоятельно. Зульфия, а помимо этих подвесок, что еще вы шьете? Чем еще радуете людей? Шью также не на продажу просто, им, детям, сумочки разные. Что еще? Давайте покажем сумочки тоже телезрителям нашим. Вот они, платьюшки. Да? Вот эту сумочку тоже вы полностью самостоятельно сшили, правильно? Да, эту. Вот эти еще. Я представляю, как девочки счастливы. Из старых папиных джинс. У вас, наверное, ничего, никакая одежда не выбрасывается. Ну, я такая барахольщица. Это же хорошо. Все собираю. Если из него что-то можно сделать. Угу. Ничего не выкидываю. Ну, носят, да, девочки? Носят, пока интересно. Ну, нравятся, да, девочкам? Да. Ну, я представляю. Дети, они такие дети. А одежду шить пробовали? Одежду только своим. Ну, тем же своим дочерям, да? Да, сестрам, дочерям. Другим не решалось. Почему? Потому что я самоучка. Надо на это учиться. Вообще, как часто садитесь за машинку, вот берете иголку, нитку, вот прям каждый день? Когда время есть. Ну, бывает время каждый день? За машинку? Угу. Нет, не бывает. С маленькими детьми каждый день времени. А просто иголку с ниткой брать и вот эти тонкие работы выполнять? Эти да. Ну, вообще, вот нравится вам вся эта кропотливая работа? Что это для вас значит? Когда занимаюсь ими, всеми этими, я успокаиваюсь, как сказать. Конечно, люблю, это мое хобби. Любой ручной труд – это очень кропотливый труд, да? Нужно иметь колоссальное, я считаю, терпение. Вы терпеливый человек? Получается, да. Усидчивый, да? Да. И сестры мои говорят, что я человек с большим терпением. Дети помогают? Девочки тоже уже? Девочка постарше просит научить ее шить. Даже машинку тете подарили на день рождения. Маленькую машинку швейную. Ну, учить ее пока нету времени. Да, пока не учите. Меня не учили, я сама. Я ей говорю, я сама научилась, меня не учили. Придет время, научишься. Ну, наверное, достаточно и того, что она видит это. Ну, интерес уже есть. Да. Научиться, я думаю. Как человек творческий, Зульфия все время находится в активном поиске заманчивых идей, новых видов рукоделия. Так недавно в ее жизни появилось еще одно новое увлечение. Для своих маленьких модниц начала изготавливать красивые заколочки и резинки для волос. Мне известно, что вы совсем недавно для себя открыли еще и фоамиран, да? Начали изготавливать заколочки для девочек, как вы уже сказали. Давайте поговорим немножечко о них. Вот. Да. Каков материал в работе, по-вашему? Это... Нравится вам тоже? Это так, мне очень понравилось с ним работать. Тоже получаю удовольствие. Сложно? А что сложнее, вот из фоамирана изготавливать резиночки, заколочки или шить из ткани? Сложнее.
Сложнее шить, конечно, да. Угу. Работать с Амираном очень легко. Работаю с ним, с фетром еще. Ну расскажите, вот сколько работали над этой заколочкой, как вы ее изготовили? Ой, я не скажу, сколько времени ушло. Но тоже кропотливый труд, но время занимает. Но не тяжело, я бы сказала. С удовольствием делается для меня. Еще мне интересно, что получится в итоге. Важен результат. Да. Угу. А вообще вот где берете вот идеи? Из интернета. Да. Да. В интернете очень много, да, мастер-классов всего. Много всего там. На это меня вдохновила мелкая. Младшая рождение дочери. Младшей дочери? Да, с кучерявыми волосами. Угу. Как рукодельница, о чем мечтаете? Какие у вас планы на будущее? В будущем, так как я самоучка, угу. Я бы хотела пройти курсы кройки и дальше развиваться. Но пока не получается, но в будущем, я думаю, все получится. Но не получается почему? Давайте поясним для наших телезрителей. Зульфия у нас многодетная мама, у нее еще маленькие детишки, да? Вы с ними дома сидите. Из-за этого. Угу. Ну, это тоже очень хороший повод. Вы пока что в основном с детишками сидите, но в дальнейшем они скоро подрастут, и у вас будет много свободного времени. И вы это все время хотите посвящать именно шитью, да? Да, все свое свободное время посвящаю этому. Наверное, хотите еще и приобрести всякое разное. Сейчас же очень много машинок, да, для конечно. Шитья. Будете приобретать? Я думаю, буду. Эту машинку мне дарил супруг. Угу. Надо ее тоже обновить. Ну, почему бы и нет. А где та самая машинка, которую вам подарила бабушка? А ее уже тут нету. Она в ауле у моих родителей стоит. А из какого вы аула? Инджичишху. Угу. Ну, в Инджичишху тоже очень много умельцев, рукодельниц. Да. У вас в семье тоже были женщины, которые вот ручным трудом занимались? Вы знаете, я... Нет, не слышала. Да? Мама, бабушка, они не шили? Нет, они не шьют. Ну, вот видите, от вас, значит, все начнется. Я думаю, ваши доченьки обязательно все продолжат. Ну что ж, дорогие телезрители, если вдруг вы захотите так же, как и Зульфия Хабикирова, сшить подобные подвески, она уверяет, что это не сложно. Главное, было бы желание. На этом наше эфирное время подходит к концу. Я же с вами не прощаюсь. Говорю, до новых встреч в эфире.